Добрый день! С вами программа «Дом в деталях» и я ее ведущая Леся Кантонина. В наших передачах мы будем делать несложные, но красивые изделия и композиции для украшения вашего дома. Мы будем использовать много природного материала, который окружает нас вокруг и доступен каждому. Наконец-то на улице уже наступила настоящая некалендарная весна. Природа оживает, просыпается от зимней спячки, все начинает цвести и зеленеть. И самые ранние вестники весны – это первоцветы. Еще не успел растаять снег, а нежные белые головки подснежников уже проступают из-под земли. За ними распускаются разноцветные крокусы, нарциссы, тюльпаны и гиацинты. Пожалуй, никакие другие растения так не радуют нас весной, как первоцветы. За долгую зиму наши глаза так соскучились по ярким краскам, что эти разноцветные островки приносят нам столько радости. И сегодня мы добавим этого буйства красок и принесем его немного в наш дом. Мы будем делать композицию из первоцветов. Для ее украшения нам также понадобятся другие природные материалы, которые мы соберем в лесу и саду. Ну что же, идемте! Сегодня мы будем делать весеннюю поляну из первоцветов. И для того, чтобы она выглядела максимально реалистично и природно, я соберу в лесу природный материал. Мне понадобится мох. Я соберу его вот в таком виде, с иголочками, с шишками, с остатками каких-то природных материалов, для того, чтобы наша полянка выглядела как будто бы в лесу. Я частично всегда высаживаю луковичные в горшках. Это очень удобно, когда приходит весна и они начинают цвести, вы можете их переместить куда-нибудь в другой декоративный горшок и поставить ближе к дому, и они будут радовать вас своим цветением. Также после того, как цветы отцветут, горшок удобно достать и подготовить луковицы и перебрать к осенней посадке. После того, как они отцветут, место их произрастания практически не видно, и при перекопке или прополке вы можете повредить луковицы. Поэтому вот такой вот метод высадки в кашпо очень удобен, и я его регулярно использую. И сегодня мы для нашей весенней композиции возьмем эти ранние тюльпаны. Это ранний сорт, он зацветает одновременно с крокусами, с подснежниками и с другими первоцветами, потому что обычно тюльпаны цветут намного позже. Сегодня мы с вами будем делать такую импровизированную весеннюю поляну из первоцветов. И в качестве основы я возьму вот такой вот круглый поднос. Вы можете взять большое блюдо, либо также поднос, либо кашпо от растения. Все, что вы найдете у себя в доме и то, что подходит для этой композиции. Но так как у нас поляна, мне кажется, что кашпо круглой формы наиболее подходящее. Поднос у меня деревянный, поэтому для того, чтобы влага не поступала, я закрою его вот таким вот полиэтиленом. Пока я просто его приложу и затем, после того, как выставлю уже все наши растения, обрежу ненужные края. Итак, ну что же, приступим к сбору нашей поляны. Мы принесли из сада вот такие вот красивые наши первоцветы. И сейчас мы их будем оформлять в импровизированную поляну. У нас есть тюльпаны, крокусы, подснежники. Все то, что так радует нас весной. Помимо цветов, я буду также использовать и другие декоративные элементы. Это будут ветки, мох, кора, но
все по очереди. Я просто сейчас оставлю место в качестве оазиса, где буду формировать затем такое вот весеннее дерево. То есть у нас будет поляна в лесу. Пока я просто располагаю оазис и начинаю собирать первоцветы. На задний план я возьму более высокие цветы. У меня это будут подснежники, так как они имеют более длинные ветки и достаточно структурные листья. Все первоцветы очень нежные, поэтому в срезанном виде их в букетах практически не используют, так как они очень быстро теряют свой свежий вид. Поэтому луковичные лучше всего использовать в горшках. Так они будут у вас долго цвести, и ваша композиция будет радовать вас долгое время. Располагаем подснежники. Дальше следующими я возьму крокусы. И у нас также прекрасного белого цвета, поэтому будут гармонировать с нашими подснежниками. Цветов крокусов есть очень много. Они есть прекрасные синие, желтые, белые, и даже фиолетовые и розовые. Но сегодня я буду использовать вот такие вот белые с фиолетовыми прожилками. Очень они свежие, по-весеннему выглядят. Очень удобно формировать композицию с помощью вот таких вот небольших контейнеров. Вы можете очень быстро ее изменить, поменять что-то местами, переставить. Ну и, конечно же, вы сохраните свои цветы. И затем, когда композиция цветет, не спешите выбрасывать, а обязательно высадите луковичные в саду. И на следующий год они вас также порадуют своим ярким и красивым цветением. После крокусов я буду использовать тюльпаны. У меня есть вот такие вот красивые карликовые тюльпаны, которые зацвели у меня в саду очень рано. И поэтому я их буду использовать вместе с первоцветами. Они у меня имеют самую низкую высоту, поэтому они пойдут на передний план. Итак, поляна из первоцветов у нас готова. Создадим вертикаль более высокую в задней части композиции, как бы имитируя поляну в лесу. Для этого я буду использовать ветки деревьев. После весенней обрезки смородины в саду у меня остались вот такие вот красивые структурные ветки. И сейчас они у меня будут образом нашего дерева на полянке. Формирую несколько веточек приблизительно одинаковой длины. Убираем нижние веточки, которые нам мешают закрепить дерево. И возьмем, пожалуй, еще одну. Так, сейчас я из них буду формировать наше весеннее дерево. Устанавливаю их у основания. Как вы помните, я поставила в начале флористическую пену, и сейчас в нее закрепляю ветку. Но все-таки дерево у нас весеннее, и поэтому хочется добавить немного цвета. Конечно же, сейчас ранней весной на деревьях практически нету еще листочков, только почки набухают. И вот эти ветки как раз и символизируют начало весны. Но есть одно дерево, которое выдает свои почки гораздо раньше, и это верба. Поэтому мы ее добавим в нашу композицию, это придаст зелени и также будет реалистично и подходяще под сезон. Мы нарезали в лесу красивые пушистые веточки вербы и сейчас их используем.
Есть у меня также еще ветка смородины, которая уже начала выпускать свои листочки, и я ее также использую в композиции. После того, как я обрезала кустарник, я поставила ее в воду, и буквально за несколько дней она дала вот такие вот красивые зеленые листья. Смотрим высоту наших веток, чтобы они были немножко ниже дерева. Делаем косой срез. И размещаем ветки вербы перед деревом. Дерево будет как подложка, а они красивые, пушистые, будут создавать нам. Верба очень влажная, плохо режется. Так, устанавливаем пену. Некоторые веточки прямые, некоторые имеют вот такой вот изгиб. Те, которые изгибаются, я поставлю по бокам, чтобы создавалось вот такое вот движение в стороны. Эта композиция получится долгоиграющей, так как все цветы и ветки находятся в разных стадиях цветения, то с течением времени она будет немного видоизменяться. То есть веточки будут распускаться больше, крокусы также раскроются. Тюльпаны есть у нас в бутонах, например. Они также будут раскрываться постепенно, поэтому композиция будет изменять свой внешний вид и давать вам разнообразие. Итак, ветки мы закрепили, и сейчас нам нужно как-то задекорировать всю нашу композицию, так как у нас остался здесь еще неприглядный целлофан и видно горшки. Для начала я обрежу весь лишний целлофан, который нам мешает, и он нам не нужен. Для того, чтобы полянка у нас выглядела более реалистично, как будто бы первоцветы у нас пробились в лесу через первый весенний снег, мы будем использовать мох. Я специально собрала мох вот с такими вот остатками леса, то есть здесь есть иголочки сосны, есть какие-то остатки шишек, земля, то есть вот так вот как выглядит мох в лесу. И сейчас мы его используем для декора нашей поляны. Берем кусочки и просто укладываем сверху. Лучше брать более мелкие, тогда они у вас, точнее не брать, а можно делать, ломать мох. А еще мы принесли из леса кусочки коры. И их также можно использовать для декора, например, закрыть вот эти вот места, где выглядывает горшок. А так как дерево круглое, кора у нас также имеет изогнутую форму, и ее очень удобно располагать на вот таком вот круглом подносе. Продолжаем заполнять природным материалом основу композиции. Аккуратно стараемся не повредить очень нежные листочки. Раздвигаем и располагаем мох. Вот такая красивая весенняя яркая композиция у нас сегодня получилась. Так как мы использовали луковичные растения в горшках, то срок жизни такой поляны очень долгий. Не забывайте только вовремя поливать ее и увлажнять. И она будет стоять и радовать вас и ваших близких в вашем доме.
Если добавить в такую композицию какие-нибудь атрибуты Пасхи, например, яйца, либо зайцев, то можно использовать эту композицию как пасхальную. Ну что же, создавайте красоту своими руками, творите. А с вами была Леся Кантонина и программа «Дом в деталях». До новых встреч!